стишок, который на последней обложке напечатан, который и дал название всему сборнику. «Страна моя идет ко дну, со мною заодно, а мне обидно за страну и боязно за дно». Ну, может, что-нибудь еще прочесть отсюда. Ну, допустим... Сейчас. Культурный слой буквально тает, как в вешнем небе облака. Никто газеты не читает, за исключением МК. И я бы записался тоже в его фанатов контингент, но мне МК читать не гоже, поскольку я интеллигент. Интеллигент всему основу, всего причину на Руси. Интеллигент не просто слово, но символ нравственной оси, который хоть вбита косо и отравляет всем житье, но все моральные вопросы вращаются вокруг нее. К интеллигенции себя я давно по праву отношу. Не зря копейку зашибаю, стишок нет-нет, да напишу. И в дальнем ящике комода, забытом, мрачном и пустом, с тех пор, как вышел из народа, храню коню 9-й том.